цифровой ресторан. Ресторан «Сагая» и TeamLab создали проект многоточечных иммерсивных, обеспечивающих полный эффект присутствия обеда в Токио, где гости окружены изображениями и звуками. «Сагая» – стейк-ресторан в районе Токио под названием «Гинза» – стал домом для Цукихана, нового цифрового художественного пространства, созданного в сотрудничестве с TeamLab, междисциплинарной творческой группой, которая претворяет в жизнь интерактивные инсталляции с использованием проекционного картографирования и цифровых датчиков. Одна из обеденных комнат ресторана «Сагая» превратилась в сказочное пространство, где можно провести захватывающий мультисенсорный ужин. Хостинг составляет всего лишь 8 гостей за ночь. Новая установка TeamLab в ресторане называется «Миры развязаны, а затем соединяются». Как поясняет коллектив проекта, когда блюдо ставится на стол, мир, содержащийся внутри него, как бы развязывается, разворачивается и выливается на стол и в окружающее пространство. Цифровые изображения и звуки окружают гостей во время ужина, меняясь в каждом направлении. Этот мультисенсорный проект становится возможным благодаря нескольким датчикам, которые обнаруживают движение гостей и официантов. Эксклюзивный ужин в «Сагая» состоит из 12 блюд, приготовленных шеф-поваром Тадано. Окружающая среда обеденной комнаты находится под влиянием поведения гостей и постоянно меняется, отражая смену сезонов в Японии. Мир постоянно меняется от момента к моменту, и нет двух моментов, похожих друг на друга. Но такой